универсальный фасон, практичный цвет, теплая натуральная шерсть. Такое пальто просто обречено на успех. Его нужно срочно сшить дома и всего за пару часов. Основой пальто будет цельнокройный реглан. Края обработаем тесьмой из кожи, пришьем потайные застежки. Кнопки, ткань возьмем двухстороннюю. Так обойдемся, без подкладки. И работа меньше, и экономно. Понадобится 2 метра 20 сантиметров мягкой шерсти с цветочным принтом. При ширине 1,5 метра и 5 застежек. Складываем лоскут шерсти длиной 1 метр лицевой стороной внутрь. Это будет заготовка для спинки. Снимаем всего лишь две мерки. Высоту груди и обхват груди. От верхнего края отмечаем высоту груди. Наши 25 сантиметров ставим точку. И на этом же уровне от сгиба откладываем четверть мерки обхвата груди плюс 3 сантиметра. Из этой точки рисуем расклешенный бочок на всю ширину ткани. В углу рисуем горловину шириной 8 сантиметров. Из плечевой точки рисуем плечико длиной 65 сантиметров. И добавляем сам цельнокройный рукав реглан шириной 20 сантиметров. Вот и спинка. Вырезаем ее с учетом припусков на швы. Теперь кроим полочку. Прикладываем спинку к сгибу, оставляя при этом припуск на застежку шириной 4 сантиметра. Обводим спинку по контуру. Горловину на полочке делаем немного глубже. Не забудьте полочку разделить пополам. Вот так выглядит крой нашего пальто-кардигана. Осталось прошить плечевые и боковые швы на машинке. Края пальто обрабатываем тесьмой из кожи и пришиваем красивые застежки-кнопки. Талию подчеркиваем ремнем. Вот и обновка! Получилось очень женственно и романтично. В цветочек. Кстати, в помещении это кардиган или платье, а на улице пальто. Ольга Никишичева, Дмитрий Лихачев, Ильнур Валиахметов, Анатолий Брикалов, Первый канал.